Чемпион из Ташкента. У нас соревнования на первенство «Динамо». Где Попенченко? Попенченко у нас боксом заниматься отказался. Кусикянц Григорий Филиппович, тренер по боксу. Надеюсь, что какая-нибудь твоя задница перелетит через все эти барьеры в одном прыжке, и ты сразу прославишься, что ли? Я прославляться не собираюсь. Будешь тренироваться со мной, равных тебе не будет, это я тебе обещаю. Я себя сделаю чемпиона. Как вы допустили, что его пригрели в «Динамо»? Мы не можем допустить, чтобы такие люди представляли нашу страну за рубежом. Я всем расскажу, что наши проиграли, потому что вы Попенченко из списка вычеркнули. Никто во всем мире не хочет видеть нашу страну сильной и могучей. Проиграя на ринге, буду думать, что нас можно бить на поле боя. Нам дали шанс. Превратить свои минусы в свое преимущество. Ты станешь великим. Чтобы тебе зажгли свет в конце твоего пути, его надо заслужить.